Всем привет, с вами SteelPro, и сегодня покажу вам новогодний текстурпак для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, текстурпак меняет очень много разных вещей, в том числе он меняет солнце. Он меняет солнце на такую звездочку. Также все блоки будут изменены на новогодний стиль. То есть все блоки превратятся либо в снег, либо такой, как бы, ну, темный стиль. Ну, как видите, песок изменился и стал в виде снега. Так будет выглядеть у вас теперь храм. Тут у нас, как видите, вдалеке стоит житель. Так, привет. И, к сожалению, у текстурпака у этих жителей не будет глаз. Возможно, это было так задумано, а может быть, это недоработка. Тут у нас ходит коровка. Но, возможно, что жители сильно натянули шапку на лоб, и поэтому у них нету глаз. Это было у нас верстак, как вы видели. Внизу, как вы знаете, у нас расположена ловушка. Здесь вы можете рассмотреть новогодние сундуки. Да, ну что ж, уходим наружу. И что ж, что мы тут видим? Мы видим, опять же, песок, замененный на снег. Также здесь изменены кактусы. Они стали в виде новогоднего подарка. Но, к сожалению, эти новогодние подарки будут колоться. Да, и из-за этого вы будете получать урон. Как видите, все деревья стали радужными. Довольно красиво выглядит. Но и все же разрешение текстурпака 128 на 128. И некоторые руды будут изменены на такую радужную руду. Поэтому, если у вас слабый смартфон или Android, ну и может быть iPhone, то просто-напросто эти текстуры на вас не потянут. То есть вас просто будет тормозить устройство, да, и очень сильно понизится FPS. Ну вот. Так, как видите, у них нету глаз. Да, это очень странно, но возможно, что он реально сильно слишком тянул шапку, и поэтому у него нет глаз. Тут еще одна ходит коровка. Да, новогодняя коровка, как это ни странно звучит, но это так. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.